из дому елку тащим и менять. Жителям юго-западного района выпала уникальная возможность. Сегодня свои новогодние елки они могут обменять на декоративные пальмы. Я решила тоже поучаствовать в акции, стать счастливой обладательницей вот такой тропической пальмы. Здравствуйте. 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 Спасибо. Елки несли одну за другой. Александр, один из жителей, об акции узнал из объявления. Если бы не заманчивое предложение, признается мужчина, сосна еще долгое время осыпалась бы дома. Хорошая идея, прежде всего в чем? Чистота, которая еще и, за которую еще и благодарят. Почему нет? Кирилл Козявкин стал чемпионом акции. Из 100 подарочных пальм ему досталось 11. Мальчик через каждые 10 минут приносил новые елки. Собирал их, говорит, по всем соседним дворам. Правда, принес ребенок 13 елок, а горшков с цветами получил меньше. Мне кажется, сколько принесли, столько нужно и давать. Но вы даете по одной, но ну, тоже правильно. Вот получается, что... Каждый приносит по две, а получает по одной. И получается, что все получают меньше, чем хотели бы. Так это нужно хитрить. Нужно же класть одну где-нибудь. Ну, я так и делаю. Я так и делал. Вот и получаю поэтому больше всех. Необычную для Ставрополя акцию организаторы решили провести неспроста. Ежегодно, говорят, сталкиваются с одной и той же проблемой. После новогодних праздников дворы и детские площадки завалены оставшимися после праздников елками. Елки эти выкидывают куда попало. То есть даже с балкона, ну, все забито елками. Мусоропровод умудряется засунуть. И мы мучаемся каждый год с этим. Каждый год. То есть мусоровозящие компании там... воюют, собственники потом жалуются, что управляющая компания вот не может их убрать. Ну, и каждый год эта проблема. Ну вот решили провести такую акцию. Полный КамАЗ и елок отвезли не куда-нибудь, а в зоопарк, что в Парке Победы. Хвоей, как рассказали, любят полакомиться горные козлы. Основной пищей это не является. Если бы это являлось основной пищей, мы бы, конечно, сейчас бы взяли бы машину. И вот именно в эти дни сейчас выбрасывают елки новогодние, мы бы собрали и заготовились бы до этого сам. Но это нет такой необходимости. Как аналог для человека, скажем, какие-то приправки, там аджика, горчичка. Ну вот это будет играть роль этой приправочки для наших питомцев. От сосны горные козлы отказались, а вот елью полакомились с большой охотой. Елена Лазарева, Илья Аладин, Информбюро.